житель города Рубежа. В конце 2014 года я уехал в город Луган с целью заработать денег. Ну, так как там не нашел работы, пообщавшись со знакомыми, там было единственное предложение пойти в ополчение ЛНР. Ну, я обратился в ополчение, и мне предложили, меня зачислили в воинскую часть, я 23-213, водителем обычного батальона. Моя обязанность входила вывозить людей на передовую, боеприпасы, технику. Пробыв там некоторое время, я разочаровался в этом. Там идет мародерство, всякие грабежи, непонятки, междоусобицы между собой, какие-то между своими, как бы сказать, батальонами, дивизионами, кто его знает, как, что оно там. Разочаровавшись этим, я решил уйти. Нету никакой идеи в этом. Ну, уйти было трудно. Я придумал себе легенду, что я заболел. Созвонившись с родными, я узнал, что на Украине есть такая программа в СБУ «Вернись домой». Воспользовавшись этой программой, я решил вернуться домой. Сейчас я нахожусь дома с семьей. У меня все нормально, все спокойно. Я не знаю, ребята, мы не нужны там никому. Это единственное, кто там пользуется этим, это, ну, российские офицеры, эти, да, получают. Но мы там никому не нужны. Мы нужны там только им на передовой, как бы расчистить, или я не знаю, как сказать. Вернитесь домой, воспользуйтесь этой программой и подумайте, здесь лучше.